7 марта в детской спортивной школе имени Юмина состоялось первенство по вольной борьбе среди учащихся, приуроченное к Международному женскому дню. В соревнованиях принимали участие 49 спортсменов 2010-2011 года. К женскому празднику провели соревнования. Они ни к чему не обязывающие 2010-2011 года рождения. Дети у них официальных соревнований нет, это свое внутришкольное первенство школы для получения опыта, чтобы научились бороться, чтобы на ковер выходить. По словам организаторов данных соревнований, основная задача – это воспитание интереса к участию у юных спортсменов в подобных мероприятиях и здоровому образу жизни. Церемония открытия первенства началась с приветственной речи директора спортивной школы имени Юмина Альберта Альдерова. Сегодня этот день посвящается вашей победе, пусть посвящены будут ваши прекрасные половины человечества, вашим матерям, сестрам, вашим бабушкам в том числе. А сегодняшний день пусть будет причиной и пусть просто вашего мастерства, и пусть сегодня вы все будете наиболее выносливыми, наиболее техничными, наиболее сильными, и пусть этот день будет и причиной проявления ваших лучших качеств. Помимо спортивных данных, ребята также продемонстрировали и свои творческие способности в стихотворениях, посвященных своим матерям. После торжественного открытия юные спортсмены вернулись на ковер и поборолись за основные призы – кубки, медали и грамоты. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».